И вот я решила сделать видеошопы в одном из наших детских магазинов. Конечно, у нас большой районный центр. Магазинов у нас не один. Ну вот, в этом магазине я всегда товариваю. Всегда большой выбор, что есть. Наши три желания, очень хорошая фирма. Колбаски разные. Вареная, копченая, полукопченая. Ну, колбаски я беру редко. Ну, беру иногда вот котиком ливерную колбаску. Вот. Ну, и тебе иногда какую-нибудь. Ну, это редко. Маффа у нас подсолнечная, всякая-всякая. Тоже разные фирмы. Разные фирмы. Ну, я сделала выбор на фирме «Шедевр». Маффа «Шедевр» очень-очень вкусная. Ну, вот оно. А вот всякие вот куры, гриль, выпечки, пирожки, беляши. Крупы пошли. Вот, я это все хожу мимо, снимаю. Если кому-то интересно. Ну вот, напитки всякие разные. Ну, это я ничего не беру. Вот. Ну, просто снимаю. Просто для интереса. Может, кому-то интересно. Первый раз делаю видеообзор, вот хлебобулочные изделия пошли. Хлебобулочные изделия я тут беру одну фирму, но сегодня ее нету. А, видимо, разобрали, потому что здесь фирм не одна, а здесь поставляют несколько пекарен. Но я выбрала одну, но нету сегодня, поэтому... Ну, какой есть, такой есть. Одну булочку все-таки я взяла. Вот. Конфетки пошли разные. Конфетки. Я тоже не люблю. Ни конфетки, ни печеньки. Да, на самом деле. Я люблю пить чай с вареньем и с медом. А конфетки я вот, ну, беру, вот, когда жду прихода гостей каких-нибудь. Вот. А вообще не люблю я. Не люблю ни конфетки, ни печеньки. Сама что-нибудь дома. Оладушки там какой-нибудь. Пирожочки делаю. Вот. Такое вот. Красиво все, но я такое не беру. Ну, а самое главное, зачем я сюда пришла, вот это для моих котиков, вот. Вот они кормы, вот это вот сухарики они, да, это я беру большим котикам. А маленькому я беру вот эти вот пачечки. Котика-то нету, мистика нету, вот, пились. А корм-то подорожал корм, а что делать? Котиков-то надо кормить.